Всем привет, и сегодня мы идем с вами в Додо Пиццу пробовать новинки и не новинки. Поехали! Вот столько всего мы накупили, и сейчас на все это будет обзор и дегустация. Мы взяли пиццу с двумя вкусами, одна половинка у нас это пицца карбонара, другая ветчина и грибы. Ветчина и грибы это моя просто отдельная любовь, она очень вкусная, 1 из 10, карбонара тоже вполне вкусная. Куриные кусочки, очень нравятся, это как курица хрустящая в кляре. Следующая это у нас новинка паста песто. Честно, я не ожидала, что она будет такой вкусной, макароны не сухие, вкусная, все свежее, в общем-то мне очень зашло. Слоеные палочки с брусникой и клюквой. Мне тоже очень понравилось, тесто хрустящее и очень ягодка сочетается со всем этим, в общем-то мне зашло. Додо тарт. Шоколадная корзинка с морковно-творожной начинкой, грецкими орехами и цитрусами. На вид не очень выглядело, но мне очень-очень зашло. В общем-то вот так вот.